Всем здравствуйте! Сегодня мы с вами рассмотрим создание личного кабинета на сайте Российских железных дорог. Сайт Российских железных дорог – это покупка билетов без комиссии. Но чтобы начать покупки, необходимо создать свой личный кабинет на данном сайте. Итак, начнем. Заходим на сайт РЖД и щелкаем по слову «Регистрация». У нас открывается окошечко, которое мы должны с вами заполнить. Поля e-mail, логин, пароль, подтверждение пароля, имя, фамилия, телефон. Итак, все, что обозначено красной звездочкой, это обязательные поля для заполнения. Что такое e-mail? Это ваша электронная почта, точнее адрес электронной почты, который вы должны пропечатать в данном поле без пробелов и на английском языке. Логин – это будущее имя вашего личного кабинета на данном сайте. Из чего должен состоять логин, можно посмотреть, если вы наведете курсор на знак вопроса в сером кружочке и посмотрите, что там будет написано. Логин не должен быть короче 3 символов, может содержать латинские или русские буквы, кроме буквы «ё», цифры, спецсимволы, такие как точка, нижнее подчеркивание, тире, знак вопроса и так далее. Логин не должен начинаться с символов точка или тире. Иметь 2 символа, например, 2 тире подряд, или состоять только из 16 цифр. Когда будет придуман логин, переходите к паролю. Итак, пароль. Также можно навести курсор на знак вопроса в сером кружочке, и вы увидите подсказку, что можно использовать цифры, латинские буквы, символы, точка, тире, нижнее подчеркивание и знак вопроса. Когда придумали пароль, нужно будет рядом в поле подтверждения пароля обязательно еще раз его пропечатать. Имя и фамилия печатаем на русском языке с большой буквы. Номер телефона. Если будете указывать номер телефона, то печатайте через +7. Далее мы должны дать свое согласие на обработку представленных данных персональных. Это обязательно нужно сделать. Галочка появляется. И ниже есть еще одно предложение. Даю свое согласие на получение рекламно-информационных рассылок. Это совсем не обязательно, можно и пропустить. Следующий шаг – это ввод защитного кода. В поле «Защитный код» мы должны обязательно ввести цифры, которые рядышком в окошечке. Внимательно смотрите, если вдруг непонятно, какие цифры, можно всегда их и прослушать. После того, как вы ввели защитный код, далее двигаем страничку вниз и нажимаем на слово «Зарегистрироваться». После этого у вас будет создан ваш личный кабинет на сайте РЖД, и вы сможете покупать билеты. Обязательно все данные, которые вы придумываете, записываете, у себя оставить в каком-нибудь блокнотике и написать, что это личный кабинет на сайте РЖД. Все эти данные вам пригодятся. Ну а как покупать билеты на сайте РЖД, мы рассмотрим с вами в следующий раз. Спасибо за внимание и всем всего доброго!